единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежно и надолго. Это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. И морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То, что делается, Чечня это только предлог, а по сути это суть российского народа. Больного русизмом человека ненавистнической идеологии. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построение общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнуло. Все потому, что строилось на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось три поколения. И этот путь закрыт. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов, но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Михаил Мусаевич, вы помните, как в последний раз еще бывшим Советским Союзом вы отмечали День Победы? Конечно, помню. Я ведь командовал гарнизонами в трех округах. Это, конечно, одна из величайших достояний цивилизованного мира. Победа над человеконенавистнической идеологией фашизма. Не успела закончиться война в 44-м году, где десятки миллионов народов были физически уничтожены, депортированы и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном, пошли войной на Иран, дали отпор в 53-м году. В 52-53 годах. Далее в 56 году Венгрии, в 68 году Чехословакии, после этого Югославия и так далее. А потом война в Афганистане, а далее Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ингушетия, Северная Осетия, Молдова, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан. И пошло-поехало по миру уничтожение народов и земной цивилизации. И ни один человек фабрикантов, авантюристов, откровенных преступников из высших эшелонов власти, совершавших тягчайшие преступления перед человечеством, не понес наказание.
А аппетиты все больше и больше разгорались и довели вот до этой ситуации, при котором творится сейчас в Чечне. И ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны и не будут чувствовать, как эти, так и последователи, неотвратимость наказания за преступление, беды России будут расти с каждым часом. И там, где человеконенавистская идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф, выдумать какую-то мафию, то ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, который был сломан хребет всем миром. Долгое время Советский Союз и русизм спекулировал на этой базе. Когда и это уже наело оскомину, потом придумали еврейский сионизм. И давай во всем мире клясть евреев и в удобном случае ату их. Потом эта карта не срабатывать стала. Нужно был новый миф, чеченская мафия. И это не сработала карта. Весь мир увидел, что той мафии, о которой хотят, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет, и даже основы. Вся она мафия сидит в Москве.